Добро пожаловать, друзья мои хорошие. Меня зовут Брейн, это Хитман Снайпер. Как вы видите, Хитман у нас получил бороду, он получил у нас классную пушку, которую, кстати, сегодня можно будет купить по супер какой-то скидке, и это мы сейчас сделаем. Вот такая вот классная у нас обнова новогодняя, я предлагаю посмотреть. Hitman Sniper — уникальный такой проект мобильный для Android, для iOS, для планшетов, телефонов. Играй, собственно, за своего любимого агента 47-го. Что у нас, где у нас и как у нас? Цели, арсенал. Давайте посмотрим арсенал, что у нас тут есть. Где-то была новогодняя пушка. Я хотел бы ее приобрести. Я ее видел, сейчас найдем. Так, это не то, это все не то. Это можно открыть, это у меня уже в арсенале есть. Во, смотри, в продаже она у нас недолго. Именно на новогодних праздниках. Поэтому давайте посмотрим. Дарящее веселье. Усиление оружия 320%, максимальный бонус 370. Купить за 5 баксов. Такс, я готов тебя купить, детка. Целых 5 баксов. Так, спасибо, что купили. Прекрасно, мы ее сразу же выбираем и заодно проверим. Ты хорошо себя вел в этом году. Выстреливает подарком, который привлекает охранников, а затем взрывается, убивая их. Улучшим. У меня как раз на это дело хватает. Доступна на уровне 3, замораживающая пуля, замораживает врагов и разбивает их вдребезги, избавляя вас от трупов. Охрененная штука. И на 8 уровне будет доступно прибыльное дело. Зарабатывайте деньги при стрельбе, при активации этого умения. Все выстрелы дают вам дополнительные бабки. Так, эта пушка у меня выбрана. Давайте посмотрим наши контракты. Убить врага сквозь препятствия, чтобы получить убийство рентгеном, убить Дмитрия Левкоса. Поехали. Подключайся к Фейсбуку, получай бонусы, награды и побеждай своих друзей. Да, очень многие игрушки, они преследуют эту фишку, то есть ты регистрируешься, для них это хорошо, для их комьюнити, и ты получаешь какие-то бонусы. Так, поехали. Дмитрий Левкос. Главная наша цель — убить врага сквозь препятствия, чтобы получить убийство рентгеном. О, новогодняя пушка! Пам-пам-парарарарам-прам-пам, Happy New Year! Ох ты ж мать моя женщина. Так, ладно. Засранец такой. Смотри, что-то ходит себе там, что-то делает. Давайте поищем сначала. Кстати, подарком давай выстрелим, посмотрим, как это работает. Ты хорошо себя вел в этом году? Опа! Тихо, подарок же, ёпты. Я хочу сначала проверить у нас, как это работает. О, прекрасно! Убийство при помощи несчастного случая, все чисто. Он не успел у нас как бы сагриться. Смотрите, оленята у нас тут вообще забавная тема. Я очень давно в нее не заходил на самом-то деле. Ну так, поиграл раньше. Так, вот этот генератор можно взорвать. Но нужно, чтобы здесь кто-то находился. Солнечные батареи. О, как в мультиках, знаете, у нас говорят. Так, кто это? Это одна из второстепенных целей, которых нужно устранить. А скажите, пожалуйста, где наша основная цель? Это кто у нас? Это обычный охранник. Вот какая-то важная персона. Нон-грата, видимо. И надо подождать, пока он пройдет мимо вот этой штуки. Кстати, вот эту штуку можно бомбануть. Пари. Опа! Отхерачило как добротненько, а? Так, что там у нас кто-то сагрился? Че ты сагрился-то, петушара? Тебе не стоит агрессировать, дружище. Это Левкос, это наша цель, получается. И второстепенная цель. Смотри, он у нас там сел, отдыхает. Сейчас мы задержим дыхание. Хуяк, пулечка полетела, родненькая. Главная цель убита, но я не уверен, что я выполнил все, что от меня требуется. Так, пошла, родная. Ава, хорошо. Эх, разгуляться можно. Так. Пошла тоже. Я не уверен, что я выполнил все, потому что надо было убить через преграду. Давайте посмотрим, что мы сделали, что мы не сделали. Провал у нас. Мы убили Дмитрия Левкоса, но надо было убить врага сквозь препятствие, чтобы получить убийство там какое-то эдакое. Так, что-то мы собрали, что-то получили. Новый рекорд. Я думаю, что пока это делать нам не надо. Так, сквозь препятствия, чтобы получить убийство рентгеном. Ага. Так я убил же вроде как сквозь препятствия, сквозь стекло. Оно же является препятствием, правильно? Окейушки, давайте попробуем еще раз. Ну, попытка, как говорится, не пытка. А новая карта, кстати. Отлично, 47-й. Вы завершили чертеж РЭП. У меня достал доступен. Заслужил новую позицию в списке лидеров Серебряная 2. Так, РЭП я, наверное, брать не буду.
А, скоро мертвая Death Эволи у нас будет. Смотрите, какая тема интересная. То есть будет новая карта, мы ее обязательно с вами посмотрим. Так, наши цели. Маркус, поехали еще раз. Я попробую еще разок. Значит, надо как-то через какое-то препятствие. Сейчас мы еще раз это дело посмотрим, прочитаем. Я покупал пушку, она будет показать ее. Убить врага сквозь препятствие. Сказка, используй инстинкт. А здесь с этим оружием у нас инстинкта как бы нет. Наша главная цель прибывает через 3 минуты. У нас есть время повеселиться, посмотреть, что у нас здесь творится. Давайте ему жахнем подарок. А где подарок? Чего, уже нет? Пошел, родной! Опа, бляха-муха! Так, смотри, ходит себе, блядь, лясы точит, сука. Можно ему, смотри, как сделать. Опа! Тут надо рассчитывать, опять же, как в танках, наперед гаситься. Но этого можно не делать. Опять же, смотри, гелики стоят. Важные шишки явно должны прийти. Так, этот чувак проверяет своих, есть ли все там охранники на своих позициях. Мы его сразу черек-пиздыкнули. Тут возникают вопросы. Какого хера творится? Тут же выносишь его в щи. Вай-яй-яй, вай-вай-вай-вай. Тихо. Стреляй, сученыш. Готово. Все чисто. Все очень хорошо. Прощай, дружок. Мне иногда просто нравится зайти, погонять, пострелять. Тут довольно забавно. Так, препятствие, значит, да, ты говоришь? Help me, help me, help me. Я только и слышу, блин, подарки там под елочкой лежат у нас. Так, препятствие. Инстинкт нужен, значит, да? Но с этой пушкой у меня инстинкта вроде как нет. Меткий стрелок — это немножко не то. Ой, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, подожди, у меня попалась лажевая пушка. Я на самом деле не хотел РЭП брать. Зачем они дали мне РЭП, для меня остается загадкой. Так, у нас там тело. Это наша главная цель, но мы ее пока трогать не будем. Давай посмотрим. Можно красопета убить, можно разбить вот этот вот, эту вот птичку нашу, лебедя. Кричат, орут, но это пока нам не интересно. Давайте посмотрим, кого можно убить сквозь препятствия. Вот тут у нас двое гуляют, понятно. Тут есть важная цель. Цель убита, прекрасно. Так, они услышали. Самое интересное, что все, конечно же, услышали. Так, жарах. Черед пизды, блять. Все, все чисто. Вон красавец сидит, смотри. Оп, и нету. Убийство одним выстрелом, без задержек. Без каких-либо, сука, задержек. Вон там какие-то ноги я вижу, я не знаю, кто там у нас что. Так, лифт опускается, прекрасно. Он себе отдыхает, занимается своими делами. Давайте его вольнем, и я выберу нормальное оружие. Главная цель у нас убита. Все вроде как хорошо. Так, 10 секунд у меня еще есть. На, сучка, не успел ее завалить. Но мы с вами продули, скорее всего, потому что, я так понял, да, у нас провал. Мы убиваем нашу главную цель, но не выполняем второстепенную миссию. Воспользуй инстинкт. Хорошо. И, насколько я помню, инстинкт — это у нас наша способность специально. Сейчас я выберу нормальное оружие, нормальное. Не это дерьмо, которое мне дали. Арсенал, смотри, что мне дали, блять. Рэп, ебать копать, а? Идиотизм, а? Я покупал классную штуку, сейчас покажу. Так, это не то. Соберите все части, тоже не то. Разблокируется, тоже не то. Я какую-то крутую покупал. Так, это за 6 баксов. Разблокируется. Где-то у меня была. Вот, купить за десяточку можно. Это классическая пушка. Полностью обновлен в начале, разблокировать все цели. Ага, золото, видишь как. $24 стоит. Так, это тоже не то. Это наше, и мы ее можем выбрать. Подожди, давай в самое начало вернемся, посмотрим. Я покупал, точно помню, какую-то классную штуку. Я ее прокачивал еще. Так, это стандартная. А это не то, по-моему, что надо. Вот, смотри, улучшить оружие. Вот я ее покупал, по-моему, шакал был. Или ларг. Я уже не помню, сейчас будем искать тогда, что мы купили.
Да, получается, я покупал Ларга, но у нас практически полностью прокачан. Давайте попробуем эту пушку, как она себя ведет в деле. По идее, должно быть интересно. Ведь рога сквозь препятствия. Попробуем ее, потом я попробую еще раз новогоднюю. То есть будем так вот это дело чередовать. Такс, давай смотреть. Патрули, да, то, что я вам рассказывал, звонит в запасных охранников устранить для бонусных баллов. Угу. Сквозь препятствия. Бенгенчик. Давай попробуем. Так, вот здесь уже куча разных интересностей. Поэтому давай глядеть. Так, наверху. Значит, я хочу попробовать взорвать его возле генератора. Почему бы и нет. Но для этого дела надо его туда как-то заманить. Такс. Как мне тебя туда заманить? Тутеныш. Он может пойти туда, и если я в него выстрелю, в принципе... Есть предложение, что он свалится сейчас. Опачки! И свалился. Смотри, прекрасно. Target down. Прекрасно. Target, твою мать, down. Возле бассейна, насколько я помню, тоже есть у нас вражинка. Смотри, вот его тоже можно вырубить. Но потом главный начальник охраны начинает их проверять всех. Так, пошел. Прямо в бассейн. И там он, собственно, должен, в принципе, остаться. Оп! Посеялся, отлично. Смотри, он начинает палить, и может его спалить. Если тело не упало, то он может реально его увидеть. Так, инстинкт, значит. А это значит, чтобы кто-то был у нас за ширмой. За ширмой, за ширмой. Что у нас из инстинкта есть? Осталось 2 минуты, пока наш главарь не придет. Так, вот эти у нас гуляют. Так, с ними пока как-то надо очень особенно расправляться. Меткий стрелок. А, зачем? Выстрел в голову. Тихо, красавица согрелась. Подожди, 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 подожди. А, хреновато. Пошло нахер. Тихо. Да, нельзя убивать цивилианов. Я знаю, знаю, знаю. Так, у нас идет обход. Прощай, дружок. Враг убит, но это не то, что надо. Множитель очков. Сейчас попробуем еще раз. Чпонь к прямому по яйкам. Готово. Ах, блин, видишь, немножко не рассчитал, и вот такая у нас беда получается. Смотри, что творят, а? Давай двоих сразу. Опа! Нет, не получилось. Хрена себе! Убийство одним выстрелом. Главная цель уже точно никуда не убежит. Тыщ! Это мы набираем, видишь, нажимаем, и такая фишка у нас срабатывает. Враг уже убит. Кто у нас остается? Повоевать. Слушай, забавно сделан, реально. Я не особо любитель так вот стрелять, но что-то в этом есть определенно. Готово. Зарядов у нас еще очень много. Так, восполняются наши очки. Сейчас мы это все дело посмотрим. Перевалим засранцев. Так мы не пробьем. Не пробьешь, он в другом этом месте. Так, спокойно. Главная цель убита. Но он мог, в принципе, сбежать. Я не знаю, получилось, не получилось. Сейчас проверим. Не видно, блядь, за ширмочкой, сука, а? Ну ладно, давайте посмотрим. Получилось? Нет, скорее всего, провал, да. Видишь, опять же, мы не убили. Зато получили какой-то бонус. Хоть денежный, уже приятно. Ну что, в принципе, у нас появилась возможность пропустить задание. Стоит это дело недорого. Давайте глянем, что у нас там дальше. Получите 80 тысяч очков всего одним выстрелом. Ага, быть Бальтасара Кабаса. Ну что, Кабаса? Сейчас посмотрим, как мы можем это пройти. Я взял снова новогоднюю пушку. И давайте же глянем, как она себя поведет в деле. С подарком, конечно, интересная фишка. Так, получи 80 тысяч очков одним выстрелом. Но в принципе, сейчас попробуем. Можно это сделать, знаете как? Сейчас у меня есть идейка. Так, где ты? Что ты? Вот, опять же, с этим генератором можно попробовать. Надо, чтобы вражина у нас там прошла. Надо его как-то туда заманить. Сначала он пойдет туда, посмотрит. Плюс у нас есть возможность бомбануть
Так вот, ребята. Сейчас мы его опознаем. Готово. Вот эту штуку можно взорвать тоже. Так, давайте проследим, где он делся. Засранец. Ты куда, блядь, делся? Вот он идет. Ждем-с. Так, через 10 минут аж приедет наша цель, поэтому у нас есть очень много времени на все это дело. Есть еще щитки специальные, которые тоже можно взрывать. Так, давай, мимо оленяток проходи, проходи себе спокойно. Я тебя трогать пока не буду. Моя задача, чтобы ты дошел вот сюда, на угол. То есть его, как бы, цель патрулировать всю эту крышу. Давай, дружок. Я не уверен, что мне дадут 80 тысяч очков за это, но будет эпичный взрыв. Он взорвется, генератор взорвется, он умрет. Смотри, как найсово. Сейчас он подойдет. Оп. Ну же! Взрывайся, твою мать! Сколько я помню... О, генератор должен... О, видишь как? Одним выстрелом, видишь, надо было сделать. У нас не получилось. Сколько мы получим? 43 тысячи. Ну, по крайней мере, мы знаем, что это не самая лучшая затея. Так, кто-то там у нас уже сагрился. Давайте попробуем это дело переиграть и сделать более красиво. Так, господа, тихонечко. Сейчас мы сделаем одну маленькую шалость. Так, сейчас он загорится. Опа! Так, готовы. Фух, теперь-то надо подождать, пока придет у нас ублюдок. Скрытность и любопытство. Кого там любопытство, блядь? На, сука, любопытная. Да ладно тебе, ты что, живой такой-то, хули? О, боже. В чем проблема, родной мой? Господи. Так, у нас проблемка. Да, у нас поднялась тревога, я так понимаю, что наша главная цель еще даже не приехала. Охренеть, какая боль, друзья мои, что у нас происходит? На, сученыш. Мазафака, он кричит. О, хорошо, ну стекла почему-то у нас не разбиваются, самое забавное. Привет, Дедушка Мороз. Борода из ваты. Ааа, потратили просто очков в задницу. А, видишь как? О, хорошо. Хорошо, так. Увеличитель очков наших, тихо. Бальтазарушка. Или это, может, это наша цель, в принципе. Главная цель убита, эвакуация готова. Фух. Привет. Давай, до свидания. Ну что, по идее, как бы я сделал то, что от меня требовалось, заработал охрененно много у нас очков, и я прошел все, что надо было. Убил этого Бальтасара. А, подожди, 9 минут, скорее всего, нам давалось именно на это все дело, да? Правильно. Поехали дальше. У нас там новогодняя мелодия играет, все очень даже хорошо. Посмотрим, что дальше. Так-с, чтобы совершить вмешательство посредством убийства, убить охранника, который хочет поднять тревогу. И убить надо у Амида Маклауфа какого-то. Так, совершить вмешательство посредством убийства, убить охранника, который хочет поднять тревогу. Ага, слишком как интересно. Сейчас попробуем. Фух, неплохо, неплохо. Кстати, я заработал немножко денег, сейчас можно было бы прокачать наше ружишко. Так, 20 тысяч. Короче, видим охранника, который хочет поднять тревогу, и его, собственно, валим. Все вроде как предельно ясно. Так, тут у нас засранец, мы его сейчас чпокнем очень быстро. Прощай, дружище! Сейчас шляпа слетит. Хуряк, блядь, и все. Pass shot, bitch. Take it down. Кто-то заинтересовался? А, вот он кто. Вот кого надо валить. Ты кто такой? Тоже, это второстепенные цели, в принципе, довольно неплохо, можно на них бабла срубить. Так, здесь сейчас вот эти двое проходят, мы тоже автоматом зарабатываем кучу-кучу очков, как вы видели первый раз. Так, надо просто подождать. Так, наша цель. Готово. Опа! Хорошо. Аба-баба, тихо. Кто-нибудь тревогу хочет поднять, не? Не спешит? Не спешит как-то тревожку поднимать-то. Так. Смотри, какой сученыш, блять, а.
Так, второстепенная наша цель. Понятно, что, скорее всего, мы это дело не прошли, потому что очень мало вдается времени, естественно, это дело. Так, не совершил я вмешательство, да, посредством убийства. Ну хорошо, давайте посмотрим, что можно делать еще. Тыкс. Пара-пара-пам, парам-пам-пам. Вот все, что я слышу сейчас. Лучше всего играть в наушниках, нам рекомендуют. Ну что, пока его пропустить нельзя, в принципе, не страшно. Я попробую еще раз. А, в арсенале. В арсенале что-то новое есть. В арсенале есть что-то новое интересное. Так, не то, не то, не то. Это все очень либо дорого, либо не наше. Так, улучшить оружие. Готово. И у меня остается 22 тысячи. В принципе, не очень так-то и плохо. Так, наши цели, наши контракты. Поехали. Готово, твою мать. Вот он хотел поднять у нас это дело. И сейчас быстро вырубаем нашу главную цель. Готово. И эвакуация у нас будет очень быстрая. Опа! Живой еще? Ты что, охренел, что ли? Good work, нам говорят. Еще бы, ё-моё. Такс, вот, друзья мои, так у нас это дело все и проходится. То есть я ему выстрелил в ногу. То есть он как бы понял вызвать быстро подкрепление, сообщить, что тревога, все дела, и тогда вы его убиваете. Но надо выбрать такую цель, чтобы никто в округе не сагрился. Окейушки, давайте посмотрим напоследок еще какой-нибудь интересный левел. Тан-таран-тан-тар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 arar Понятненько. Убить 5 движущихся врагов и убить доктора Ральфа. Ага, даже так. 5 движущихся врагов. В этом ничего сложного вроде как бы нет. 5 любых охранников спокойно подойдут на эту роль. Притом можно взять нижних, верхних. Сейчас сделаем. Так, ага, да где ж ты, сукин сын, здесь? Сучалыш! Где ты потерялся, твою мать? А, либо он по ступенькам поднимется, либо еще хер знает как. Так, здесь тихо, спокойно у нас пока что. Вот он, видишь, движется. Оп! Первый готов. Живой! Сука! Отлично, прям по щам получил. Тихо, там кто-то спалил. А, вот наш цель, нам показали, отлично. Доктор Альф какой-то там у нас. Так, этот стоит, этот идет у нас. Ой, мимо! Мимо твою... Блять! Тихо. Тихо, у этого, этой сучки любопытство. Спокойно. Спокойно, ребята, что за проблемы у нас тут нарисовались? Так, все чисто. Все пока чисто у нас. Никто не агрится, никто не психует. Все нормально. Я думаю, что паниковать не стоит. Кто-то побежал куда-то. Так, они тут что-то рассказывают. А этот поднимается у нас спокойно наверх. Окейшки. Видишь, он заинтересовался. И мы его сейчас чирик. Грохнем. Тихо, 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 родной. Так, давай вот так. Блять, а? Быстрый ебан. Так. Сука, а вот это вот зачем она так прицел вот это сбрасывает? Я не понимаю, никогда не понимал этой херни. Так, бежать никто не собирается, да? Понятно. Прощай, дружище. Так, у нас беда с патронами. Опачки, перезарядочка. И вот так вот. С бубончиками, с колокольчиками. Вот это найсовая тема. Падай, сука. Не уверен, что получится выбить, но мы постараемся. Так, сука, за ширмой, а? И хер его что сделаешь. И там за ширмочкой. Давай посмотрим. Да, у нас жесткая тревога. Падай, сукин сын. Падать будешь, нет? О, вот это другое дело, смотри. Блять, как они быстро прячутся. Смотри, как мы сделаем. Я надеюсь, что его заденет. Хер, мать, блять, его задело. Так, у нас тревога. Как? Как ты умудрился не попасть, сучий потрох? Блять, а? Ну, вроде и стреляешь наперед, да, кажется? Так, завалили засранцы.
сучки, вас всех перевалим, а? Так, главное, чтобы наша главная цель не сбежала. Главная цель убегает. Херово дело. Так, я что-то не вижу, куда он там убегает-то? Так, вот он валит, смотри, вот он бежит. Надо просто увидеть его, потому что он там где-то в дебрях этого дома, хер ты его там заметишь. Смотри, какой сучий потрох. Так, тихо. Давай же, ну ёб твою налево. Готово. Я не уверен, что мы выполнили цель, нашу поставленную задачу. Перебить-то охранников мы-то перебили, это не вопрос. Так, давайте проверим, что у нас там и как. Так, убить доктора Ральфа, прекрасно. Просто, мать твою, изумительно. Получили даже какой-то бонус. Готово. Ладненько, ну что, мы сегодня посмотрели с вами новогодние обновления. В принципе, очень даже неплохо, очень даже играбельно. Мне понравилось, ничего плохого сказать не могу. Старый добрый Хитман. Все, ребят, я буду с вами прощаться. Спасибо, что смотрели, всего хорошего, пока-пока.